Причинять боль женщине значит оскорблять Бога. Папа Римский Франциск во время проповеди в соборе Святого Петра в первый день Нового года вновь обратился к теме защиты прав женщин. 1 января Римско-католическая церковь чествует Богоматерь и отмечает День всемирных молитв о мире. Матери умеют преодолевать препятствия и вселять мир. Давайте все вместе работать над тем, чтобы заботиться о матерях и защищать женщин, сказал понтифик. Как много насилия в отношении женщин. Довольно. Причинять боль женщине значит оскорблять Бога, который сотворил человечество из женщины. По словам Франциска, женщины перевоплощают проблемы в возможности для возрождения и роста, потому что знают, как сплетать различные проявления жизни в единое целое, и вместо колючей проволоки конфликтов и раздробленности создают общность людей. Франциск неоднократно выступал с резким осуждением домашнего насилия над женщинами, называя его дьявольской проблемой.